Здравствуйте. Мы обучающиеся. Кадетского корпуса. Колледжа полиции. И участники. Международного благотворительного кремлевского бала. Из города героя. Москва! Мы принимаем активное участие в жизни колледжа и своего города. Участники торжественного марша 7 ноября на Красной площади. Мы ежегодно принимаем участие в параде кадетов на Поклонной горе. Мы лауреаты всероссийских и городских конкурсов. Мы победители и призеры метапредметных олимпиад. Все люди должны знать историю своей Родины. Мы не должны забывать о великих победах, мужестве и силе воли. Российская культура – безграничный источник знаний и вдохновения. Ее сохранение – вот наша главная задача. Московский благотворительный кремлевский бал воспитывает истинных патриотов, уделяя большое внимание патриотическому воспитанию. Ведь патриотами не рождаются, патриотами становятся. Международный благотворительный кремлевский бал даст нам новые знакомства. Положительные эмоции. Осуществление своей мечты. Незабываемый творческий опыт. Реализация своих способностей. Кремлевский бал для нас – яркое и важное событие в кадетской жизни –